Хей, йога, с вами Шмики, и мы продолжаем проходить Road to Adventure Spells. И как я сказал, если вдруг после этого просто будет все объединено, знаете, это. Ладно, давайте сначала сюда сплывем, потом в другую сторону. Интересно, что с той стороны было? Ну, походу, все равно, да, в обратку потом пойду. Я знал. Я знал, тварина, что ты не настоящий. Ну, почти я сдох. Хилку пришлось использовать. Какой же ты спаситель, однако. Нет. Какого черта? Мне из этого придется заново плыть. Ах, ладно. Он думал от меня убежать. Я хотел сюда еще наверх садить. Тут что-то есть. Видите, тут что-то есть. А теперь можно и сюда пойти. А, мне все равно потом вниз нужно было. Но у меня все равно этих много. Бомб. Да. Ай. Чуть не отсудил себе. Подожди. А если там что-то есть наверху? Нет уже. Ладно. Ай, зараза. Вымазал меня. Ту-ту-ту-турит. Так, а в чем подвох? Бля, как мне туда... Ладно, как работает. Черепашка. Давайте влево. То есть вправо.
Так, куда-то наверх мне предлагает, да, плыть? Там ничего нету. А, мне анивей нужно два. Ясно. И чё мне... А, я кота подобрал, всё. Я думаю, что мне это должно быть дало, должно было бы дать, и... Я понял, что должно было бы дать. Почти. Почти. Окей. Замечу, что я еще ни стикера, ни кексика не нашел. И что это? Это рыба, о которой говорили? Ладно, кексик. Значит, в последнем будет стикер. Мне нужны все стикеры, ребят. Мы собираем все, что есть в игре. Пытаемся пройти на 100%. Так, это последний у нас остался. О, я вижу стикер, все хорошо. За стикеры можно не беспокоиться. Мы знаем, где последний. Хорошо. И заметьте, что там рыбки появляются. Они не появляются. Ой, я что, столько бомб потратил? Херово. Так, кошечка сюда. Кошечка забираем. Ай, блин. Поехали. А, ну все, вот как нужно было с ним разбираться, а то я сам лезу на него. Потом подыхаю. Так, отлично. Ну, с этими даже разбираться не так уж сложно, потому что я к ним сам притягиваюсь. Так, я не вижу ни кекса, я не вижу ни стикера.
О. Стикер. Ну смотрите, у нас получается здесь одного не хватает. Здесь двух не хватает. И здесь не хватает семи. All right. All right. Блин, был бы у меня еще один кексик, мы сразу могли бы столько этих кошаков взять. Это последнее, тебе нужен фоид. Что тебе нужно? Харрис, пиши в помещение, используй мистическую пьедесталь. Великолепно, нау, теперь квикли быстрее фид, фиды, фидфул, и используй, вот, почему? So, потому что... Профессор, так, you can one. Тебе нужен один мистический тотем, любящий фид, пожирать рыбу, демонстрируя и став. Seriously, серьезное что-то время, but, но теперь и it профессионал. Наконец-то. Потому что питомец рекордов... Это рубин. Да, да, да. Подожди, это... И зачем это сделали? Ты сделал это? Ю, ты сохранил все. Это легендарное спокойствие. Кто? И да, да, я сделал это. В один блах-блах и кул и очень старый краб и классный старый краб. Они одни и меня. Before, ну, тебе все равно нужно идти, take, возьми этот Eternal гравитации, я believe, веряю, anyway. Oh, fuck. Хорошая работа, они благодаря тебе сами и меня. So я могу должен и терн вернуть монетки. Nothing. Мне тоже или мясо, мне челлендж плавания. I have possible you want in this. Вы промах. А, все, теперь наконец-то с ним смог поговорить. GG. А я могу сюда выйти? Челлендж Дип. Ну давайте Челлендж Дип выполним. Well, ну что? D-Class Adventures Save. Сохрани мои попытки. Почему ты используешь голос? Это хорошее. Мистер Би, I... Должен в очень смотреть на тебя, что-то там. А все опи-дупи должны сила подняться, мой маленький креатив. Подожди.
You planning? Ты планировал это с самого начала? Так ведь? Ох, это... Let for you this time. Это последнее время. Си, посмотри... персональность. Вау. Грэнд. Ба. Что я должен делать? Я понял. GG. Но это, знаете, довольно нелегко. Еба. Это сложно? Ну, типа, это не сложно, но... Ну, такое. Типа, а как мне от зеленой херни-то уворачиваться? А, я хотя могу ж под него залазить, точно. А что это за бред был? Окей. Мне нужна была всего лишь одна тычка. О, Анта легко все-таки босс. С этой стороны вообще легко. Ой, ой-ой-ой. Так, хорошо. Так, одна тычка по мне осталась. Ну, блин, он на самом деле не такой уж сильный босс. А, это специально так сделано, я понял. Прикольно. Именно специально, видите, так сделали, чтобы я именно так атаковал. Там за 4 захода можно это сделать, но нет. Окрей. Окрей, окрей. Мам! Так.
Ты не пострадала, Гейн? Что насчет тебя? Так, что ты, Телкин, говоришь сейчас? Так, я должна больше плавать её... Again, снова. It is you. Это же ты? С тобой все хорошо, док? Так, мистер Би. Тебя похитил тебя? Так, это что-то время. Letter. But you. Ну, ты папа из Firfinch. Быстрее возвращаться в летающий дом. I have an idea. У меня есть идея. Оказывается, это еще не все. Это Трай. Это должно было произойти мистер Би, и он контролирует. Он должен попытаться старые людей в хот-доге и комбинировать что-то там. Твоя сила может снупи-дупи. Это Лупи Буби. Это его настоящее имя. Опи-допи. Все так. Я не должна his heads and butt, но я люблю правильный что-то ник. Помогу тебе. Я не думаю, что... Так, что мы нужны очки Фангерса. Но тебе нужна луна. Она остановит сохранение что-то папа. Но мне и рест последнее. Это хэф может дом ракета? Она тебя отправит на луну, Джаз, но лицо я доктор что-то гарю. Какая-то большая история. Юдон, ты не свич свет. В приключения теперь иди. Мистер Би, Луна. Даже use everything. И верни обратно меня. Я не проиграю больше. Серьезно? Ну понимаете, в чем херня? Тогда это была не ракета, ее можно было сломать. И... А теперь это... А нет, все, могу, все нормально, ребят. А, видите, он залетел туда. Возвращаемся обратно, надеюсь, дверь сломана, я смогу туда пройти. И там как раз то, что мне нужно. Кайф. Короче, что-то игра вылетела, мне пришлось перезаходить. Запомнить, 7 минут нам нужно еще поиграть. Я сломал снова проход, и мы можем туда войти. Во. И здесь вот стикер, который нам нужен. И как я говорил, да, это из Hollow Knight у нас парниша. И вон картинка этих разрабов. Ну что, давайте тогда отправляться на Луну. Хотя, с другой стороны, мы можем пока что потянуть с помощью чего-то время, а именно мы сходим с вами сейчас на Луну и... Посмотрим, что тут вообще есть по карте. По карте... О! Хо! Неужто это отсылка на морского кита? Так, арена. В принципе, мы на арену можем сходить. Как вариант. Я сейчас смотрю кексики, потому что мы кексики можем использовать. Так, давайте в магазин сразу зайдем. Посмотрим, что здесь. Космический пират.
Мужчина не должен что-то героям от приключения никогда. Но вы выглядите счастливы, находясь в костюме. Хэппи, счастливый, выгляжу всегда. Or paint your car. Когда машина. Что-то believe. Это супер бомбы, типа, да? Так, у меня не все есть. Ну, стикер возьмем, понятное дело. Призрак. Давайте ему подседаем все. Фу, рыцарь. Пицца. Кексик. Так, мне еще 3 нужно. А, нет, 4. Жалко, что жирафу тоже одевать ничего нельзя. Не знаю, мне Джоджи нравится. Я буду в Джоджи. Джоджи наряд. Ну, полетели тогда сразу на арену. Так, подожди, а что у меня по... не-не-не, давайте я, наверное, все-таки сейчас сгоняю в этот. Мне нужно в travel зону. Нам нужно купить самых дешевых хилок по 30-ке. Маяк с щелочкой. А, ну все, это максимально. Так. Луна, там что-то такое. Ну что, поехали на арену. Арену пройдем и, в принципе, я закончу серию. Интересно, я здесь буду выше прыгать или как обычно? Окей. Окей. Понимаете, дело в том, что мой этот скидывает их, и они просто падают. Это легко. Пока что. Сразу на зеленую. Подожди, а зачем мне тут череп? Может, мне все-таки череп нужно было в морскую гавань использовать? Давайте потом туда сходим и попробуем. Монайт, у них даже теперь щиты есть. Это мощно. То, что у них есть щиты, это мощно. Так, ну мне бомбу нужно было достать по-любому. Thank you.
Ой, я что, мелких не заметил. Так. Сразу на золотые бомбы переключаемся. Главное, чтобы она сейчас вниз не упала. Нормально. О, мини-сосисочки. Бас. Так, подожди, мне нужно... А где обычная бомба? Ладно. Ни хрена ты нанес мне. Нифига себе. А, я думал, это к Айзу, какой-то к это, куки там что-то там. Там третья часть как раз вышла этой игры. Ну что, слушайте, если у нас так выходит, давайте тогда я сразу полечу в... крабовую локацию. Ходим к тому мужику и поставим на его монумент череп. Это же здесь, да? Да, это сюда. Вау! The Storm Prow блокирует что-то там. Вы сделали это, секретная последняя сила. Одна. Я... Choice One. Нет, ты маленький гей. А, парень, я был гей. Я just... I'm not surprised, I'm working on guys. The real hero in the first story. Я не услышал, что последнюю историю. You restore balance and... А, ты, короче, что-то изменил баланс и сил в мире. You'll or like. Тебе должно понравиться красное что-то. А мы, бестианцы, что-то секретные камни. Стикер. Секретный стикер. В огонь не сохранись. Книгу что-то там. And like you, Marginal Rest. Так, там что-то есть. Алмазики. Ну что, в принципе, я думаю, мы на этом можем заканчивать. Следующим у нас будет луна. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и комментируйте. Смотрите, там будет только одна локация, как я вижу, только один рубин. Поэтому всем пока.